Либо вернусь, либо убит или в тюрьме. Сделай уроки. Судиться не надо. Осторожно окрашено. Холостые ребята, боевыми заряжены. Можешь положиться на брата, можешь даже не спрашивать. Садиться не надо, и счета не погашено. Не допускай беспорядок, не подпускай к себе ряженых. Важно, кто с тобой рядом, и чтоб ходы все налажены. Можешь положиться на брата, можешь даже не спрашивать. Садиться не надо, осторожно окрашено. Под сто лошадиных позади погоны, называя этот спорт конный. Детство закончилось, а вот ребятки вряд ли играть с погонами когда-то закончат в прятки. Изо дня в день хуетень, но я не вспотел. У пацанов на запястьях далеко не Cartier. Пока ты топал, они по этапам там скитались и следят за ними, как за правильным питанием. Беда одна, не приходит, вышибают двери. Ты стучишь на нас, мы стучим по дереву. В ночной тиши, если услышать топот ног, это значит одно, разъебут теремок. Отпевали близких, в ноты не попадали. У нас длинное в жизнь, заруба с ментами. А Виталик вдруг понял, что устал ментально. Теперь Виталик в Италии, время покажет, кого в себя спрячет багажник. Самих под стражу, имена на карандаш. Криминал — это личное дело каждого. Ну а как же? Мои ребята уезжали за ношение, за нетрезвое вождение после лишения. По моему мнению, мы не пример. По моему мнению, мы уравнение. Уравнение с тремя неизвестными. Нападение тремя неизвестными. Я делал кэш между местными и неместными. You better invest in me. Наши мутки как секс с женой, давай только быстро. У каждого из нас есть визитка юриста. Перчатки, балаклава, ствол, скотч, канистра. О подозрительных предметах сообщи машинисту. Я люблю игривых сучек по антикристам. Боря скинул ствол в карьер, думал стал карьеристом. Борю борят мусора, Борис по баристам. Борис теперь варит шифер, Борис бариста. Криминал — это личное дело каждого. Но у них есть личное дело на каждого. Не пример, мы уравнение, но оно простое, как дважды два. Садиться не надо, осторожно окрашено. Холостые ребята, боевыми заряжены. Можешь положиться на брата, можешь даже не спрашивать. Садиться не надо, и счета не погашено. Не допускай беспорядок, не подпускай к себе ряженых. Важно, кто с тобой рядом, и чтоб ходы все налажены. Можешь положиться на брата, можешь даже не спрашивать. Садиться не надо, осторожно окрашено.